Срочно, и я никак не могу дозвониться до них. Ну, я ничего не могу помочь. Я как бухгалтер, и кроме того, какая фирма, я не веду. Спец. Нет, я не веду там. Здесь много фирм, и как бы я вышла, чтобы вы зашли. Спец. А у них кем часть? Тоже нету. Никого не будет? Их нету, они на соседаниях, они целыми днями. Они не сидят целый день в офисе, они на заседаниях. А, вы... Причем не в Кишиневе, по-моему. А телефон правильный, который написано там? Я не знаю, что там написано. Нет телефонов. Никак, потому что дело срочно. Нет, вы звоните и общайтесь. Я вам, честно говоря, ничем не могу помочь. А по каким телефонам? Потому что я... Те, которые у вас есть, по теме звоните. Правильно. Знаю, что они сейчас не будут. Если вы хотите оставить какие-то документы, так оставьте, я передам. Позовите сейчас прямо и спросите, где они или когда подойти. Я не могу, если она на заседании, они мне не ответят просто. Попробуйте, пожалуйста. Я попробую, но не факт. Вы оставьте, что вы принесли, и я передам на следующий день. Но все-таки... Надо где? Поговорить. Все-таки. Я попробую позвонить вам. Не отвечаю. На заседание. Этот правильный, вот... 69-2-24-03. Да. Это телефон Натальи Гудрян. Да. Попробуйте бы попозже позвонить. Я знаю, там часа через два, там долго это. А где заседание? Я не знаю. Ну, они ездят, они что мне докладывают. Мое дело бухгалтерия, где они заседают, это. По бухгалтерии, если есть бухгалтер, но это там-то как я не. Как найти? Это звоните, так приходите, это дохлый номер. Застать шансов мало. Что вы здесь ночевать будете? Нет смысла. Сначала звоните, договаривайтесь и будете знать, когда будет и вас... Что? Понятно. Уходим. Они целый день где-то, у них эти суды один за другим. И то в Кишиневе, то где еще. Я тут сижу, как правило, одна. Извините. Как?